Блять, что вот этого не хватало. Вот это проблема многочастников. В любой момент может какое-то звено к чертям вылететь, что и произошло. Этого я и боюсь, особенно на забросе. Представляешь, такой забрасываешь, и птиво у тебя улетает часть спиннинга. Такое у меня было с Кощеем поначалу, который был ручной сборки. Вот сейчас теперь стекло полетело. Ну что, welcome back to my channel, дамы и господа мормоны. В общем, был я снова на этом ручье, карьерчике, плотвином. Сегодня цель была, сразу скажу, что все пошло не по плану. Мы планируем одно, получается по факту все по-другому. В общем, планировал пойти ловить сегодня колебалочками, попробовать их в деле, поймать какого-нибудь трофейчика, плотвичку жирненькую, да, или какого-нибудь окушка, так как он здесь проклевывается. Но как я вот пришел, начал кидать, в общем, получил несколько тычков всего лишь, ну и один, по-моему, сход рыбки был. Все перебрал с разные цвета, формы. Блесанки от Лев Шимановича, весом там 0,4 грамма, 0,5, 0,6. И, в общем, так ничего я на них не добился. Ни окуня никакого, ни плотвы. Значит, потом попробовал, ловил, соответственно, на нанофиле 0,02 колебалочками. Потом попробовал на нанофиле побезмотылить. Вообще ничего не получилось. Я не понимаю. Шнур жесткий. Игра мормышки должна быть наоборот, такая прям уф, изудиться, подбрасываться. Но нифига не смог я не уговорить ни одной рыбки на безмотылку. В итоге потом перевязался на лесочку 006, чтобы начать ловить на нее. Но она у меня, оказывается, как я и предполагал, кончилась. Там буквально немного было, получил поклевку какой-то рыбы на ней, по-моему, на безмотылку, да. Она у меня оторвала леску вместе с мормышкой, куском лески. Убежала, уплыла. Не знаю, похоже, был какой-то узелок когда-то. Либо соединение двух отрезков, либо какой-то узелок, образовавшийся после какого-то там бороды. Не знаю, леска давно у меня уже намотана с прошлого года. Ну, все, пришлось переключиться на лесочку 0074, но с весами 01 с ней очень плохо работать. Если у берега вылет там пару-тройку метров, то да, 01 вполне. Но если нужен выброс хотя бы метров за 5, но это не ее вариант. С 0,1 граммом ей тяжело, поэтому пришлось ловить 0,2 граммами. Поклевок, в отличие от прошлой рыбалки, когда я сюда приходил, отличается. Поклевок меньше на 0,2 грамма. На 0,1 наверняка было бы все так же классно, шикарно. На падении в пелагике в толще. А с 0,2 так нет, не получилось. Ну и в общем, пошел дальше уже с 0,2 граммами повторно пробежаться, посмотреть немножко дальше, что там еще за карьерчик один. Ну и там поймал все-таки трофейную плотвичку. Ну, не одну, более-менее крупную, там хорошо появилась. Водоем мелкий, буквально там по колено. Также растет трава и также гуляют стаи плотвы. В общем, смотрите, что получилось. До новых встреч. В общем, по безмотылке. Ой, тоже все печально. Перевязался на безмотылку на нанофиле 002. Потратил минут 20. Оторвал две безмотылки. Ни единого тычка не получил. То ли игра на шнуре слишком грубая.
то ли еще что, я так и не понял. В итоге перевязался, опа, перевязался на флюр, на 0,06 флюр монку, то есть поставил без мотылку 0,1 грамма плюс такая вот песенка. И вот сразу же на первом забросе окунь. Почему этот окунь не отозвался на колебло, без понятия. Наверняка здесь есть особи покрупнее, нежели этот. Но результат такой. Ну, в общем, вот и кончился мой леска 006. Вот насколько я забросил. Это максимальный вылет, на который могу. Дальше все у меня идет уже связанный бэкинг с лесочкой 0,1. В общем, все печально. Зацепим тебя с безбородика. Ну вот, пошла мазута. Отстаньте вы. Комарьё жужжит, блин. Кусает за уши. Хорошенько. Ну, кто в этих кустиках живет? Вот это поклевочка. О, опять. О, щучка. Ну, стоило ждать, конечно. Щучку.
большой шнурочек. О, какая хорошая. Вот это вообще зачетная. Огромная просто. Такая мамулька. Гости. Как бы пора бы уже и на работу идти, конечно. Блин, уже 10 часов. Но дождь не обещали. Ну, забыл написано. Без дождя. Обманули. Как всегда. Кустиками. Самая маленькая за сегодня. Все. Все мокрое. Проводно себя собрал. Опа, хорошечная, очередная хорошая плотва. Вот это форелина, просто гигантская. Вот это мамка. Огромная. Фотографировали. Кто-то от берега убежал. Пока я подходил. Вот речка пойдет. Птичечка. Опа. Классно. Хорошая, хорошая. Ушла. Нет, не ушла. Сидит еще. О, какая хорошая. Не буду рисковать на шнуре поднимать. Опа. На лесочке точнее. Живем мое. Да. О, сама выскочила. Вот такая вот красотка. Опа. О, стоять бояться. Ну, на качание бланка выскочила. Спиннинги ловил леской 0,74, и бланк очень мягкий, даже крупные поимки плотвы вообще практически не вызывают фрикциона, бланк управляется, леска
растягивается. Блин, шикарный вот комплект. Мягкий бланк вот этот стеклянный. Нак 49 леска. И за фрикцион вообще можно не переживать, что там надо его тонко настроить, чтобы рыбка как-то там не сходила. Схода вообще не было практически. Вся рыбка засекалась. Фрикцион не трещал, но рыбка радовалась своими поклевками. В общем, хороший спиннинг. По сравнению, если сравнить два тревела, дипломат и нак, ну, поклевки звонче, ярче, конечно же, на дипломате, но нак его переигрывает. Во-первых, он мягче, что гасит рывки рыбы. Кольца широкие. Я вот, когда дождь идет, попадаешь под дождь, на дипломате 0,1 граммом, 0,2 вообще бесполезно работать в дождь. Колечки маленькие, все прилегают на коротких лапках к бланку. Ты не можешь вообще сделать заброс. Если еще деревьев над тобой нету, место чисто, может быть, хлесткий через голову там сможет мормышечкой немножко вытянуть леску, улететь. Но если надо в раскачку сделать забросик из-под себя, куда-то под кустик, то бесполезно, на дипломате ты никогда этого не сделаешь. Все, леска прилипает, вылета нет вообще. Здесь же широкие кольца. Мормышка 0,2 грамма диаметр. Сколько она там может? 0,2,8 диаметр у нее может. Блин, она пролетает в кольцо, в тюльпан. Вообще, если ты подматываешь сильно и увлекся, у тебя она беуви из кольца вылезла. Соседняя приходится продевать опять в тюльпан. Ну, в общем, очень хороший в этом плане спиннинг. Мягенький, ну, кидучий. Колечечки широкенькие, ну классно. Но на дипломатике, конечно, поклевки звонче, но не в этом, как бы, самое главное-то морма. И не надо, тут и на этом мягком все чувствуется. В общем, вот такое вот резюме. До новых встреч, пока-пока.